и гул речной врывался к нам в жилище, как мне хотелось в трепетном восторге бежать за бурной вешнею водой и поглядеть, куда она уносит расколотые зимние тропинки, щепу и мусор, ветки и коренья. Безудержному детскому порыву взамен приходят страхи, беспокойство, когда случится в пору ледохода стоять над мутной пенистой рекой. Скрежещут льдины, и торчком меж ними темнеют бревна старые с пазами. Избу подмыла или сварила баньку, жестоко у рушительницы сила. Не за потоком, шумным и враждебным, подальше бы не видеть и не слышать. Манит воды осенняя прозрачность, придонные подвижные травинки перебирает ласково течение, и кажется, рукой легко достанешь жучка, что мшистый камень стережет на дне глубоком. И второе. Зачем несет меня волна и не дает покоя? Зачем поэзия нужна и что такое? Зачем нещадно точит зуд взалкавший слов сплетений? Тысячелетия идут, а он без изменений. Коли поддался на почес, считай, пропал, дружище. Не подкачает ли поднос с твоей духовной пищей? Дано ли высветить в ночи несказанное слово и обрести свои ключи в игралище сурово? Лелеешь нежно, чуть дыша, рождаемые строки, а чья откликнется душа на голос одинокий, светлой памяти?